Могущественный человек, отбрасывающий огромную скрюченную тень. Дедушка? Что я могу для тебя сделать, София? Моего дедушку убили. Смерть легенды. У Леонидиса было много влиятельных друзей, а еще больше влиятельных врагов. Убийца может быть еще в доме. Мне страшно, Чарльз. Вы ищейка Софии? Я знавал Хейворда. Он был очень богат, пока его не убили. Эти люди родились в роскоши и считают, что другие ее недостойны. Она черная вдова! Я бы задушил ее голыми руками! Вы хотите, чтобы Бренду повесили? Вы искажаете мои слова. У нас очень древний род, Чарльз. Думаю, будет еще одно убийство. Вы согласны? Мы безжалостны. Быть членом такой семьи тяжело. Вот что происходит, когда тот, кого ты больше всего любишь... Как раз тот, кого ты больше всего ненавидишь. Вы меня понимаете. София, стой! Иначе вас бы не было в этом доме. Как выглядят убийцы? Как вы? Я. И остальные. Пылкие. Хладнокровные. У них есть общие черты. Тщеславие. Неспособность к сочувствию. Убийцы чувствуют себя выше правил и законов, написанных для простых смертных. Под это описание подходит каждый член нашей семьи.